37-летний Аркадий Укупник назвал себя паникером из-за коронавируса. Артист отметил, что обвинил 78-летнего Льва Лещенко на основе недостоверной информации. Композитор утверждал, что именно по вине певца заболела коронавирусом Надежда Бабкина. Теперь Аркадий поспешил извиниться за необоснованное обвинение. «Я уже сейчас понимаю, что кто-то мне сказал, что он был у Игоря Крутого. И кто-то мне сказал, что он и у Бабкиной был. И где-то я это ляпнул. Лев Валерьянович, простите, ради бога». Обратился Укупник к артисту в эфире Центрального телевидения. Аркадий подчеркнул, что в нынешней ситуации все паникуют и становятся жертвами этой паники. На самом деле артист ничего не знает о состоянии Надежды Бабкиной. Ранее Лев Лещенко гневно высказался об обвинениях со стороны Укупника. Музыкант заявил, что его коллега несет ересь. Лев Лещенко обвинил Андрея Малахова в принуждении к нарушению самоизоляции. Сам телеведущий высмеял певца после этого заявления.